С газонокосилками наперевес коммунальщики вышли на борьбу с дикорастущей травой. Местные жители попросили обратить внимание на участок вдоль Московского шоссе от проспекта Масленникова до Революционной. К нам в общественный совет поступали жалобы от жителей. И вот мы все вместе собрались, обратились в администрацию, нам помогли. И мы убираем сегодня, завтра, наверное, закончим. У нас хорошие жители, бдительные. Я думаю, только для этого и существует общественный совет, чтобы мы собирали наказы с жителями. Заросли протянулись почти на 10 гектаров на границе двух микрорайонов Самары. Общественные советы авиационного и клинического действовали сообща с администрацией района. Мы, как члены общественного совета, много проводим встреч с жителями в районах, во дворах. И мы по факту убеждаемся, какие на самом деле есть проблемы. И оперативно доносим до администрации районов. И администрация по многим вопросам идет к нам навстречу. Там, где возможно, решаются очень быстро проблемы все. В том числе и по благоустройству, и по спилу деревьев. Общественники и жители уже провели несколько рейдов по ликвидации незаконных киосков, торгующих алкоголем, по пресечению продажи спиртного несовершеннолетним. Теперь активно взялись за благоустройство вместе с общественными советами, которые созданы, чтобы максимально оперативно и эффективно работать на местах, доносить до власти инициативы общественности и помогать в их реализации. Здесь вообще бы я сделала бы дорожку, асфальтировала бы, и чтобы это сделали пешеходную часть. Конечно, это хорошо, что благоустроили. По другую сторону Московского шоссе сквер преображают. Цветная плитка на дорожках, лавочки, газоны. В скором времени здесь появится новый парк. Назвали его «Парк мира». Однако и территория напротив пустовать не будет. В перспективе и ее благоустроят по всем правилам. На контроле преображения района держат члены общественного совета, которые всей душой радеют за родной город. И именно такие неравнодушные самарцы смогут в интересах жителей работать в районных советах, которые выберут 13 сентября. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События.